Всего с 14 по 20 июля на дорогах Мозырского района зарегистрировано 512 нарушений правил дорожного движения. 8 водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 7 за управление транспортными средствами без водительского удостоверения. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 305 водителей. К административной ответственности привлечено 11 пешеходов за нарушение правил дорожного движения. 7 пешеходов было изъято с проезжей части. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.